На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Баранова Дарья, 9 лет. Город-строитель, Белгородская область. Стихотворение собственного сочинения. У меня прекрасное настроение, на дворе погода весенняя. Снег осел и растаял, не жалко нам. Засинели полянки Маршалкова, солнце нам с высоты улыбается. На газоне трава пробивается, и звучит птичий щебет так весело, и березка сережки развесила, и на веточках почки зеленые, у осинки, у тополя с кленами. Ручейки побежали бурлящие, к нам весна пришла настоящая.